В Уфе за год стоимость аренды квартиры-студии упала на 7%, тогда как средний чек съема однокомнатной квартиры не изменился. Такие данные приводит сервис «Авито Недвижимость». Так, в столице Башкортостана на сегодняшний день стоимость аренды квартиры-студии составляет 13 тысяч рублей. За месяц динамика составила 4% в сторону увеличения, а вот за весь год минус 7%. В целом по стране средний ценник аренды студии 15 349 рублей, годовое падение – минус 6%. Однокомнатная квартира в Уфе на сегодняшний день стоит 14 тысяч рублей. Аналогичная цена была и месяцем, и годом ранее. В целом по России аренда однушки 14 775 рублей. Год назад она была ниже на 1%, зато за месяц, наоборот, выросла также на 1%. Что касается спроса на аренду таких категорий недвижимости, то он вырос на 19% за год и на 27% за последний месяц. Как считают аналитики, это связано с началом нового учебного года и переездом молодых граждан к месту получения образования. Несмотря на общее снижение доходов населения на фоне пандемии, отдельные комнаты как предмет аренды привлекают студентов меньше всего. Это связано в первую очередь с высокой ценой проживания.